пролетают по пролетарскому автомобилю, а у пешеходов есть чудная возможность безопасно и спокойно преодолеть проезжую часть по подземному переходу. Вот только состояние этого строения оставляет желать лучшего. Да пусть даже не лучшего, хотя бы хорошего. Ведь на протяжении нескольких лет здесь явно все поизносилось. Поликарбонатное покрытие треснуло, кто-то, видимо, вымещал здесь свой гнев, оставив как свидетельство вот такой вот след. О том, что переходу явно требуются ремонтные работы, говорит и разбитая плитка, и облупившаяся краска, и... В общем, можно долго продолжать этот список, но с увиденным, как говорится, не поспоришь.